это постоянно действующая эвакуация тяжело больных детей Донбасса на лечение в Москву. Скажите, сколько детей сегодня отправляется? 9. С какими патологиями? Разные. Врожденные патологии, приобретенные патологии. Все дети инвалиды. Все. 3 года моей дочери поставили диагноз ДЦП. Подошли кавалерцы. Ну, не тяжелая форма, а средняя. Мы сделали операцию уже. Потом приезжали к нам в Мариуполь, мы сделали там операцию. И она просто уже опустилась на пяточки. Садя. Не могла ни на присядке сесть, ни наклониться нормально. Предложили Москву. Мы согласились с удовольствием. Им дают места в лучших клиниках города Москвы. Это институт педиатрии, это республиканская детская клиническая больница, это клиника педиатрического института. Ну, в общем, это лучшие клиники, потому что мы не просто их складываем в автобус и везем, а внимательно изучаем каждую историю болезни, изучает Минздрав, вот, и для них выбираются места. Скажите, а следующая отправка детей в какую дату, месяц, год запланирован? Мы сделаем это раз в 2-3 недели. 59 детей у вас нуждается. Так, давайте нам лежите на вещи один момент. Подмышки берите. О! Как жить полноценной жизнью. Спрятаться.